Щелкове полным ходом идут работы по обустройству старого моста через Клязьму, замороженные на много лет. Напомним, в свое время мост оказался в частных руках, и у бывшего владельца были грандиозные планы по его реконструкции. Однако проект по определенным причинам не был реализован. Несколько лет переправой служил временный понтонный мост. Потом власти района добились разрешения открыть по старому мосту пешеходное движение. Теперь следующий этап работ по возвращению моста жителям. С площадки уже вывезены старые металлические конструкции. Ведется благоустройство прилегающей территории. Запрещена парковка автомобилей около здания центрального рынка со стороны почты. Судя по отзывам в социальных сетях, жители очень ждут, когда же старый мост вновь будет функционировать в полную силу. Добавим, что открывать автомобильное движение по мосту не планируется.